Kings News. Утро на Болткоме. Мы продолжаем наше утро на Болткоме. Последняя завершающая часть. У нас снова интервью. У нас в гостях Александр Немировский, руководитель торгового центра «Ориго». Здравствуйте. Доброе утро. Этим летом, как я понимаю, стартует уже 10-й сезон культурных мероприятий «Ориго Summer Stage». Да. Да? И вот мы хотим, чтобы вы нам рассказали о том, что ждет ирижан и гостей столицы этим летом, когда, куда, во сколько приходить и что можно увидеть, наблюдать. Мы начинаем 2 июля. И 2 июля будет замечательный интернациональный концерт, который нам в партнерстве, который мы организовали в партнерстве с фестивалем «Рига с ритми». Каждую неделю одно-два мероприятия. В августе будет немножко поплотнее. То есть каждую... все лето, начиная с июля? Да, начиная с июля, все лето. Раньше мы начинали в июне, но, к сожалению... пришли к выводу, что вот это не погода, скажем так, предыдущие два года была хорошая довольно погода в июне, но до этого по три, по четыре концерта приходилось отменять, переносить. Это очень неудобно и для организаторов, и для самих людей, которые хотели бы эти концерты посетить. Вот, поэтому, скажем, капризную погоду июня мы отменили и начинаем с июля. Ну, наверное, от погоды зависит проведение концертов прежде всего именно для зрителей, да, потому что артисты выступают на сцене, на которой есть... Да, на закрытая сцена. Да, закрытая сцена, а вот жители и зрители наблюдают уже непосредственно. Нет, у нас есть большой тент на площади. А все-таки их накрывает, да? Да, он довольно большой тент, у него площадь 500 квадратных метров. Вот, и под этим тентом мы выстраиваем около 200 кресел, то есть у нас есть некая такая VIP даже зона, люди, кто пораньше пришел, могут занять эти места и какое-то время находиться вне солнца, но уж точно вне дождя, потому что солнце движется и довольно быстро в это время смещаются тени. Угу. Поэтому, скажем, предугадать-то можно, но чему отдать предпочтение? Или в начале на солнце, или после на солнце. Вот. Я бы хотел немножко о программе рассказать, потому что в этом году, поскольку это юбилейный год, мы вообще всегда очень тщательно подходим к отбору материала для этого фестиваля. Но в этом году мы сделали несколько таких точечных, очень важных концертов. 11 числа будет интересная программа для молодежи, для, скажем, людей, которые интересуются прогрессивной музыкой. Очень интересный проект «Three Life Project». Называется там диджей работает с живыми музыкантами. Барабанщик, трубач или саксофонист и клавишник. Ну, их взаимодействие очень интересное. Мы решили еще к этому вечеру добавить двух диджеев, которые покажут какое-то свое особое мастерство. Это будет просто музыка без вокального сопровождения? Да, да. Это будет инструментальная музыка, но с диджеевскими всеми возможностями. 26 числа будет очень интересная программа «Фанкулио». Это латвийская джаз-роковая группа. 26 июля. Да, июля. Да, могут подумать, да, что вот еще июня впереди. С французским саксофонистом. Программа очень интересная. Ребята на самом деле растущие, прогрессивные. И группа, скажем так, не перестает удивлять. 18 числа июля будет традиционно Саукрастый джаз-программа, которая перед их фестивалем, скажем так, визитная карточка. Две молодежные группы
джазовые из Небраска, Соединенных Штатов, и Mexican Jazz Combo. Тоже очень профессиональные музыканты в плане исполнительского мастерства. Несмотря на то, что молодые, очень интересные, очень качественные. Это стоит посмотреть. Август мы начинаем итальянским поп-фестивалем. 2 числа итальянский поп-фестиваль. Он называется также Italian Video Festival. А в прошлом году тоже да, было нечто? Да, мы делали программу в этом году. В прошлом году она была такая чуть-чуть у нас, ну, с точки зрения профессиональной организации, чуть-чуть скомканная. В этом году будет уже... отлажена. Да, более отлажена. По крайней мере, точно могу сказать, что более отлажена. 9 августа Денис Пашкевиц со своей джазовой группой. Ну и, конечно, пик программы 15 августа. Все, пожалуйста, запомните. Латвийский национальный симфонический оркестр в полном составе. Вот уже третий год. 15 августа. Да, 15 августа. И всех приглашаем. Возможности, конечно, совершенно колоссальные. Можно пораньше приехать, занять место под тентом. Можно гулять свободно. Можно посидеть на террасах летних кафе «Дабл Кофе», «Лидо» и «Ганбей». Насладиться живой музыкой. Да, и насладиться симфоническим оркестром. Но вот вы в прошлом сейчас... году 77 музыкантов были на сцене. Вот можете себе представить? Вы сейчас перечислили очень много концертов ряд, да, от начиная июля, июлем, заканчивая августом. Да. Сколько всего в итоге вот мероприятий в рамках Summer Stage будет проведено? Во сколько в этом этих концертов? Году, да? Да, да, да. Так, я тогда закончу. После 15 числа. А, еще не числа. Все, еще нет, не нет. Все, да. 15 августа Латвийский национальный симфонический оркестр и... просто марафон 16-17-18 праздник города Дзейс Мастылты, так называемые песенные мосты, вот название нашего мероприятия, межнациональные песенные мосты, потому что это фолк-фестиваль, и все миноритаты нашей небольшой страны, а у нас, как ни странно, много. Да. Вот, все выступают со своими национальными, этническими, фольклорными программами. Ну, конечно, приглашенные артисты тоже есть. И это очень обширная программа на 3 дня. И 22 августа замечательная группа Very Cool People. Латвийский джаз. На самом деле Very Cool. Очень-очень ребята... грамотные, свободные и смелые. И 29-го закрытия, но пока сохраню интригу. Тайне? Да. Но могу открыть. Я еще просто не знаю. Откройте чуть-чуть. Еще просто не знаю. А, потому что что-то будет интересное. Несколько, да, обязательно интересная будет программа. Просто мы еще не закончили переговоры. Ну и в итоге, сколько это лето нам принесет в итоге... концерт? Двенадцать крупных мероприятий. Да. Это все проходит вечером во сколько? С 18 часов приблизительно до 20. До 20. А вот по опыту прошлых лет, всегда мне лично было интересно, как можно отследить посещаемость, да? Причем Оригу – это то место, где люди, ну, скажем, постоянно передвигаются, и как понять, это ваш зритель, либо да. это человек, ну, не знаю, просто проходящий мимо, мы случайно не... задержавшийся на пару минут посмотреть. Я вас понял. Дело в том, что мы, когда создавали вот этот фестиваль, мы думали... скорее об ауре этого места, а не о том, как оно будет заполняться и так далее. Меня вполне устроит, если там будет человек 100 просто сидеть, но еще 7 тысяч пройдет, мы своей цели достигли. То есть человека все равно коснулась музыка. Его коснулась музыка. Какой-то маленький, маленькую установку он сделает. Да. Вот
Я уже говорил, на концерте симфонического оркестра я слышал очень много разных отзывов, кое-что вообще просто подслушал. Бабушки приезжают из района нарядно одетые. Готовятся к мероприятию. За два часа до этого приезжают, занимают места. Масса благодарных слов. Очень много удивленных таких я слышу. Вот молодежь, которая, в принципе, красит волосы под цвет гитары, удивлены и говорят, ну, вообще-то надо эту музыку слушать. Слышал так, что какие-то тоже уже, ну, скажем, молодая пара, но уже давно, видимо, они вместе. Слушай, мы уже давно, давным-давно не ходили в симфоническую, то есть... Не ходили в филармонию. Уже давным-давно не ходили в филармонию. Ну да, национальный опер уже не каждый может себе позволить. Нужно это делать. Одним словом, что-то мы пробуждаем. В этом году, поскольку это юбилейный год, мы решили обратить больше внимания на определенный environment. Мы будем каждый день теперь перед концертом нашу площадь мыть. Вот. Купили специальное оборудование, но это вот такие... Будем стараться... Если раньше не мыли, не убирали? Нет, мы, естественно, убирали. А но, что изменилось? Но мы будем влажную уборку теперь делать. Чтобы атмосфера была максимально приближена к действительно атмосфере концертного зала. Но концертный зал под открытым небом — это очень круто, потому что люди могут и сидеть, и гулять, и мороженое кушать, в кафе сидеть и так далее. У всех есть все возможности. А почему вот это для Ориго важно все-таки, вот такое, не знаю, такое культурное, не знаю, экспансия, называйте как хотите? Ну, начнем с самого начала. Вы вспомните, что такое был вокзал до того, как мы начали там что-то делать. Да. Голуби, беляши, извините, homeless people и определенного направления девушки. Конечно, вот это... С низкой социальной ответственностью. Да, с низкой... Сказали, да. Но вот сейчас на привокзальной площади выставки регулярно. Там много что сделано. И все это делалось целенаправленно для того, чтобы изменить эту атмосферу. В принципе, с нас началось, но потом как-то и отели появились новые. На самом деле, Пятачок стал достаточно престижным, раньше считалось, понятно, какой контингент там ходит. Базар-вокзал. Да. Вот. Но сейчас, конечно, и тот контингент иной раз появляется, но что тут уже сделали? Там, да, где светло и чисто, им как-то не в кайф. Они неуютно оттуда, им как-то, да? Неуютно, они оттуда уходят, да. А вы говорите о том, что, можно назвать, наверное, все-таки интернациональным, да, таким событием, и приглашены как раз-таки очень много артистов из-за рубежа. Да. А каким образом вы их приглашаете? Кто эти люди? Вы объявляете конкурс? Как вы ищете артистов, которые могли бы быть вам интересны? Дело в том, что приблизительно 16 лет мы уже на площади делаем музыкальные мероприятия, и это начиналось с фолк-фестиваля. Фолк-фестиваль, вот он на самом деле очень по формату подходит к такому месту, как вокзал. То есть все национальности, которые и приезжают, и которые у нас здесь живут, это место, где они могут встречаться, видеться. И у меня, когда мы вот это все задумывали, у меня вот была такая некая картинка, когда масса... Помните эту грязную площадь? И вот когда мы начинали это все, задумывали, у меня возникла такая картинка. Масса счастливых людей в национальных костюмах поют и ходят, и прыгают, и танцуют по этой площади. Ну вот был такой стереотип, к которому мы начали стремиться. Ведь на самом деле были даже в начале вопросы, ставят ли скамейки там. Ну что там будет? Почему вы сомневались? А кто там будет спать на этих скамейках и постоянно сидеть? В те времена вопросы не возникали. Было ясно, кто. И, соответственно,
Но и сама жизнь, и государство тоже в определенном плане, хотя, на мой взгляд, можно было бы поактивнее с этими вещами бороться, вытесняет, скажем, вот эти антисоциальные течения с этой территории. То есть, если есть охрана, если есть какая-то определенная безопасность, если светло и чисто, то здесь воцаряется уже некая другая атмосфера. Этим мы и занимались. И вот фолк-фестиваль мы отбирали своих артистов самостоятельно, потому что я уже более 35 лет занимаюсь этнической музыкой. У меня очень много музыкантов, знакомых, и начиная от совершенно интернациональных звезд до их учеников, молодых музыкантов, я знаю лично. Поэтому мне не было трудно отбирать... Но вы руководствуетесь какими-то личными интересами? Не личными интересами, в общем-то, своим опытом. И опытом, и знаниями, но и развитым вкусом тоже. И несмотря на это, я все равно работал с профессиональным фестивалем Порта и Балтика, который занимается именно фольклорной музыкой. А также с эстонскими и финскими партнерами, которые тоже занимаются этнической музыкой. А вот по поводу джазовой музыки, поп-музыки, мы, конечно, сотрудничаем с фестивалями. Я непосредственно не приглашаю джазовых музыкантов из-за рубежа, потому что мы сотрудничаем с фестивалем Ригас Ритми, Саукрасты Джаз, опять-таки с эстонскими партнерами. Это фестивали, которые имеют уже 20-летнюю историю, и, конечно, у них совершенно иные возможности. Ориго не может устраивать артистов как концертная организация, жить в гостинице, да, и так далее. Там очень много административных затрат. А с местными группами, с латышскими группами мы сами договариваемся, потому что, опять-таки, за вот тот период, пока я этим занимаюсь, я уже со всеми знаком. Ну, а как вы оцениваете каждый год успешность прохождения конкретного мероприятия? То есть каждый он вот по вашему... Вы знаете, у нас уже промелькнула у вас до этого эта мысль, вот как посчитать, это сколько... Это как посчитать, да. Но всегда ли успех зависит от количества зрителей? В принципе, конечно, это буквально на осязание. Вот ты чувствуешь хорошую атмосферу, ты чувствуешь, видишь счастливые лица. Ты видишь очень разных людей. Например, на симфоническом оркестре, я на концерте симфонического оркестра, я видел, начиная от очень простых людей, которые случайно некоторые попали. Вот и остановились, и стоят, и слушают, и с большим удовольствием это делают. Потом те любители классической музыки, которые не могут уже попасть в театр оперы, например, на выступление симфонического оркестра, они об этом узнали, они заранее приехали, заняли места, они подготовились, они с цветочками пришли и так далее. И заканчивая какими-то модными адвокатами, которые приехали на своих самокатах или на велосипедах, в шортах и с колд-дринком или с хот-дринком. То есть очень широкий спектр. Очень широкий спектр интересующихся. А это, собственно, и была наша задача, чтобы всем было комфортно. Может быть, еще раз напомним слушателям, где можно, поскольку все запомнить невозможно, то, что мы сейчас проговорили, да. Где они всегда могут посмотреть информацию, найти мероприятие, да, и, может быть, выбрать для себя, освободить какой-то вечер, что им больше интересно или подходит их интересам. Да-да. Конечно, в ближайшее время, вот мы сейчас уже сформировали эту программу. Июльская программа вот буквально сейчас появится на веб-страничке origo.lv. Там будет ссылка на summerstage.lv или самостоятельно summerstage.lv или Origo Summerstage. Поисковик выведет все время. И программа у нас там будет.
Да, на этом нам пора заканчивать наше утро. Спасибо большое, что были с нами. Это был руководитель торгового центра «Орига» Александр Немировский. Спасибо вам большое. Провели это утро Аби Келкин, Алена Борисова и наш звукорежиссер Евгений Копейн. И вам огромное.